Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Ставки по ипотеке достигли минимума за последние 5 лет. В апреле этого года средневзвешенная ставка по займам на приобретение жилья в рублях составила 11,45% годовых, следует из сообщения Центробанка России. По данным регулятора, за первые 4 месяца банки предоставили заемщикам почти 260 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 470 миллиардов рублей. Рост объемов кредитования в сравнении с аналогичным периодом годом ранее составил более 5%. Дайджест недвижимости. В Кирове в мае подорожала аренда складских и производственных помещений. В сравнении с апрелем рост составил порядка 18 рублей с квадратного метра, сообщает портал Re-Kirov.ru. Ставка аренды в торговых помещениях увеличилась незначительно, в среднем на 1%, с 510 до 515 рублей с квадратного метра в месяц. Арендные ставки в сегменте офисных помещений, напротив, снизились более чем на 8%, с 396 до 363 рублей за квадрат. Дайджест недвижимости. Территорию вокруг ДК «Россия» в Нововятске вымостят брусчаткой. Работы по благоустройству проведут в рамках проекта по поддержке местных инициатив. Аукцион по поиску подрядчика в настоящее время размещен на сайте госзакупок, сообщает портал дом43.ру. Максимальная цена контракта составляет свыше 1 700 000 рублей. Это деньги областного и городского бюджетов, а также средства, собранные местными активистами. Подрядчику, которого определят в конце июня, предстоит спилить аварийные деревья, выкорчевать небольшие пни, разобрать старые тротуары и уложить новые из брусчатки. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.